серия мероприятий, которые объединены единым марафоном, и общая задача в этих мероприятиях познакомить ребят, проживающих как на территории муниципальных районов, так и города Омска, с тем, что Россия – это большая многонациональная страна, мы все разные, мы все особенные, но при всем при этом мы все делаем одно общее дело, и поэтому и квиз разработан на тех вопросов, которые касаются всех нас, вне зависимости от национальности, и интернет-игра, которая проходила ранее. «Россия – это мы» звучит тема. Значит, это про наше отечество, народ, который не знает своего прошлого, обречен на то, чтобы не иметь будущего. Интересно, очень помогает, в принципе, нам самим развиваться и узнавать что-то новое, общаться с людьми непосредственно. Мы сюда пришли, чтобы в первую очередь проявить любовь к нашей родине, ну и чтобы просто проверить наши знания. Такие мероприятия очень интересны тем, что в первую очередь это игра, то есть победа не важна, главное участие.